Новая операционная система Microsoft под названием LightOS будет представлена уже весной. Если верить источнику, компания Microsoft сейчас активно работает над новой операционной системой. Источник говорит об агрессивном графике. На данный момент операционная система известна под именем LightOS, но в итоге имя может быть и другим. Впервые официально рассказать о разработке Microsoft может уже весной на конференции Build, намеченной на май, а летом должно начаться масштабное тестирование, но пока не ясно, будет ли оно включать возможность опробовать iOS для обычных пользователей. На изображении вы можете видеть интерфейс системы, но это не скриншот, а изображение, созданное источником. Он утверждает, что картинка является точным отображением актуального дизайна интерфейса системы, но к релизу что-то может измениться. Источник также повторяет то, что говорилось в прошлом году, система будет изначально работать исключительно с приложениями PWA и AVP. Но в конечном итоге Microsoft хочет добавить ей поддержку Win32. Впервые об этой iOS мы узнали еще в прошлом году, когда говорилось, что новая iOS не будет просто упрощенной версией Windows 10.